В общем, что хочу сказать. Ребят, я всю нашу команду «Территория роста», конечно же, поздравляю с закрытием каталога 12. Я уж не знаю, как у кого, да, этот каталог, какие впечатления, какие эмоции, но мы вчера очень веселились и радовались в нашем чате, и, можно сказать, долго еще там шутили, обсуждали у кого что, потому что у нас очень рекордным оказался этот каталог. И что самое интересное, это, как всегда, последние два дня, которые просто... Я не знаю, как это все происходит, да, когда в пятницу ты еще смотришь, что где-то куда-то не дотягиваешь, да, в пятницу утром, а в пятницу вечером уже совершенно другой результат, а за субботу творится уже что-то невероятное. Все просыпаются, все включаются. И я понимаю, насколько наши люди, они способны на многое, да, когда есть определенная ситуация. Я желаю каждому из вас, чтобы вот это чувство, которое у вас просыпается в субботу перед закрытием каталога, оно сопровождало вас постоянно. Тогда ваши результаты просто будут вот сногсшибающими. Вы меня поняли, да, о чем я говорю? Так вот, смотрите, кто понял, поставьте плюсики. Результаты нашей команды мы считали к прошлому году, считал мой супруг, потому что я с математикой практически не дружу, дружу, но плохо, вот, считал прирост мой супруг 135% к прошлому году, то есть если в прошлом году у нас был, можно сказать, временный спад, да, такой активности, это было 15% в команде товарооборот, то сегодня... Конечно же, мы приросли, команда растет, и несмотря на то, что произошла небольшая смена состава, мы не теряем, не сдаем своих позиций. Это значит, что мы на правильном пути. В нашей команде, благодаря системе построения «Морковка», «Турбо-морковка», да, командное построение, вышло новых уровней 151 человек. Да, то есть это рекордно вообще для всей нашей истории, вот именно нашей команды 01, за все время, за то, что я нахожусь в Oriflame, да, вот это вообще рекордный такой результат, и я очень горжусь всеми нами, и тобой, и вами, да, в том же числе, что мы делаем, что-то мы делаем там, да, вот, соответственно, да, потрудились на славу, я уже на вебинарах говорила, что у нас сейчас... активировались люди, начали отлично рекрутировать, можно сказать, научились, да, возможно, вот. На самом деле, если так точно, да, то 100 званий, по-моему, в команде Алены Черепановой и там немножечко выше, да, выше Алены, которая, вот. Автобонус у нас неизменно, максимальный 9000 рублей. То есть мы прирастаем, мы выполняем условия по рекрутированию. 46 человек присоединились в нашу команду, из них 24 рекрута и 10 квалифицированных. Очень многие у нас квалифицировались по первому каталогу на Болгарию, выполнили свои планы. И Елена Стрельчук, и Алена, и я, и сейчас скажу, кто еще, Юлечка у нас, Юлечка в команде Маргариты Морозовой. Есть люди, которые активно, и многие другие в том числе, да, есть люди, которые прям активно горят желанием поехать и все делают возможное и невозможное. Вот, ну и участников премьер-клуба, международку не смогла, конечно, посчитать, Пашечка, если там есть какая-то возможность, да, напишите, как у вас дела. У нас 37 человек, без учета международки, участники премьер-клуба, это люди, которые делают от 150 баллов и выше и забирают свои денежки. То есть зарабатывающие люди в нашей команде, ребят. Вот это радует. Потому что когда ты один зарабатываешь, вроде как-то неправильно, согласны, да? Когда в команде уже десятки людей зарабатывают, это уже очень приятно. И я, конечно же, от всей души хочу поздравить сегодня вот именно тех людей, которые делают ЛТО от 150 баллов и выше, потому что всех 151 я, к сожалению, ну просто не хватит, наверное, одного часа, очень долго будет, да, поэтому поздравляем самых активных, и это Щеголева Марина, 155 баллов, пригласил мой супруг сотрудника по работе, по службе Игоря, в итоге
прошел год, Игорь привел Марину ко мне на встречу, мы пообщались в кафе, и с тех пор вот активно работаем. Вот, но Марина пока обучается и уже приглашает на собеседование людей, умница. Я верю в эту семью, верю в эту семейную пару, они очень классные. И хочу сказать, что ребята учатся еще не только рекрутировать или что-то хотела сказать, а ребята осваивают компьютер, осваивают интернет, то есть все новое для них, поэтому все параллельно. Шкута Андрей Викторович, это наконец-таки долгожданный наш родственник, брат родной моего супруга, тоже присоединился к нам в бизнес, в городе Майкоп также живет, 150 личных баллов, в основном wellness, вот, ну, будем работать. Сотникова Татьяна, 154 балла, город Анжера, Суржинска, команда Алены Черепановой. Юнусова Вика, 154 балла, команда Алены Черепановой. Ну, там, где Анжера, Суржинск, это Черепанова команда. Вот. Следующий человек, который пришел к нам в команду с очень интересной историей, вы скоро узнаете о ней. Девушку зовут Кострыкина Светлана. Со Светланой знакомы давно, более 2 лет, была у нас зарегистрирована в команде в начале, еще когда я только начинала, когда начинала свой путь, вот, но тогда что-то не сложилось, Света терминировали, в итоге Света пришла через 2,5 года уже осознанно, самостоятельно, мы держали контакт в соцсетях, и вот, пожалуйста, первый уровень, это еще не весь ее результат в этом каталоге, первый уровень, 3% покорен личным товарооборотом, и плюс Света очень активно начала приглашать в команду, заполнила, можно сказать, практически все мое время со звонами, вот, и что дало ей еще новых консультантов, но в команду, и сейчас уровень 6%, но это тема следующего слайда. Так вот, кого еще хотелось бы ответить? У нас есть такие новички, которые прошли шаг первой стартовой программы. Я не всех перечисляю, именно тех, кто вот только-только пришел в конце каталога и уже кого-то позвал. И вот девочки сделали по 100 баллов, но уже вышли на 3%. То есть, получается, активные люди в нашей команде. Чубанова Наталья, Чубанова Дарья, село Парабель, команда Маргариты Мороз. И Хисматульна Чулпангуль, 100 баллов. Анжера Суджинс, команда Алены Черепановой. Девчонки, молодцы все. И новые уровни 6% ЛТО. От 150 баллов, Макарова Надежда, Надя у нас в команде Алены Черепановой, в ее второй группе, личные 208 баллов, умничка. Вот опять же Кострыкина Светлана, да, 6% уже, в общем, пришла в этом каталоге, за один каталог сделала 2 уровня. Потом дальше Катин Алексей, 154 балла, город Анжеро-Суржинск, и Тетушкина Валерия, село Парабель. Команда Маргариты Мороз. В общем, молодцы ребята, хвалю. И сейчас у нас уже пошли отдельные поздравления, потому что эти люди у нас вышли на уровень менеджера. Немножечко хочу о каждом, конечно же, рассказать. Есть у нас в команде очень приятная девушка, зовут ее Ольга Есик. Пригласила ее Алена Черепанова. Алена, напиши, как пригласила Олю, откуда она пришла. Пригласила Алена Черепанова, Оля у нас мамочка в декрете, одному ребеночку 1 год, а другому ребеночку 1 месяц, вот недавно родился. Но помимо всего этого, Оля успевает совмещать декрет и бизнес, и получается так, что помимо Oriflame еще есть и совместные покупки, то есть как бы оттуда пришла к нам и развивает пока 2 направления, да. То есть, получается, да, откуда время у мамы в декрете может быть, да, на зарабатывание денег. Кто-то говорит, что у меня ребенок все время занимает, и я понимаю, что, ну, есть очень гиперактивные дети, я согласна, да, то есть всех под одну, как бы, линеечку нельзя ставить, но при желании, мне кажется, что любая мамочка, которая задумывается о будущем своих детей, найдет время на построение своего личного дела, да, для того, чтобы зарабатывать и увеличивать доходы в семье. Аленкины тоже везде лезут, я согласна. У кого не лезут, даже мои большие, то лезут. Вот. Следующий у нас новый менеджер 9%, это Каковашина Елена, лично 211 балл, город Санкт-Петербург. Лена очень ответственный, жизнерадостный человек, она никогда не унывает, с ней легко работать,
и интересно общаться, поделилась ее спонсор Елена Стрельчук. Она умеет ставить правильные цели и бежит к ним. Лена Каковашина у нас так же, как и Лена Стрельчук, из города Санкт-Петербург. Они работают онлайн, но общаются офлайн, видятся, бывают друг у друга в гостях, Питер рулит. Леночка, поздравляю от души, вчера было вау, 6%, я говорю, Лен, будет еще 9, не переживай, не все еще разместились, будет у тебя менеджерский уровень, да, Лен не верилась поначалу, но в итоге все получилось. Идем дальше. Следующий новый менеджер — Юлечка Зыбина, очень хорошая девочка, знакома мы 2,5 года, Юля у нас была потребителем раз в полгода, ну вот так, да, и мы общались в соцсетях. Я ее зарегистрировала, еще, наверное, сама была на 9%. Вот, потом так получилось, что как-то время прошло, и Юля у нас влилась в работу, да, сейчас в команде работает, приглашает, личные заказы научилась размещать, любимый продукт, наверное, все-таки wellness, да, потому что заинтересовал после длительного такого, ну, как промежутка, продукты wellness, коктейль, час планка, похуделки наши там совместные, потом как-то влилась в работу, то есть, ну, как приходят люди, по-разному, да, кто-то сразу бизнес, кто-то через продукт. Вот Юлечка у нас общительная и дружелюбная, мамочка у нее тоже маленький сыночек, вот, и еще один новый менеджер в команде Алены Черепановой, Редковская Наталья, сейчас я вижу, видела, по крайней мере, ее в чате. Это мамочка нашей Алены Черепановой, вот посмотрите, да, откуда лидеры, кто, да, можно сказать, произвел на свет такого прекрасного человека. Мы от души поздравляем Наталью. Наталья любит тоже продукцию wellness, я знаю, что ей нравятся уходовые средства серии Novage. В общем, помогает Алене строить бизнес, то есть это ее вторая группа. Первая группа — Елена Стрельчук, вторая группа — вот как раз-таки Наталья Редковская. Идем на золото. Следующий слайд я посвящаю Петровой Светлане. 152 балла личных. Это село Нарым, Парабельский район, команда Маргариты Мороз. Со слов Маргариты, Светлана очень общительная девушка. Она постоянный участник акции, следит абсолютно за всеми новостями. И Свете нравятся продажи, да, пока не в бизнесе, но очень хорошо продает. И я знаю, что предыдущие каталоги у нее было и около 300 баллов личных, то есть как бы, ну, очень хороший личный товарооборот. Светочка, что хочу сказать, да, ты большая молодец, продолжай. Смотри, ну, карьера под тобой есть, да, растет твой бизнес. Это увеличит, конечно же, твою скидку на все твои продукты, да, и дополнительный доход. Но есть еще и другие возможности зарабатывать в нашей команде. Так, читаю чат, отвлекаюсь. Идем дальше. Ален, средняя или старшая? Новый менеджер 9%. Вот эту девушку очень люблю, с ней уже познакомились поближе, общаемся. Даже когда не было возможности нормально общаться в скайпе, не было микрофона, мы общались голосом в WhatsApp. Юлечка Яковлева. 262 балла личных, село Парабель, в команде Маргариты Мороз, также веточки Кристины Останиной, Наташа Сухушина, то есть вот это вот наша морковочка. И вчера у Юли был на самом деле вот такой очень классный день, она в чате делилась своими впечатлениями о том, что это 12 лет назад она впервые стала мамой. Вчера в этот день она прыгнула впервые с парашюта, то есть как сказать, переборола свои страхи и сделала, да, то, что хотела сделать. Вчера она вышла на уровень 9%, хотя 2 недели назад были вообще сомнения по поводу, расту ли я, да, то есть я, ну, как бы, был только вопрос, есть команда, но нет товарооборота, я говорю, ну, подожди, еще не пришли твои люди, все будет. И вот конец каталога, уже и 9%. Очень здорово, да, то есть на самом деле приятно, что человек вот увидел свой рост, и вот вчера тоже в этот же день, когда вышла на уровень менеджера, выполнила квалификацию на Болгарию, то есть человек уровня 0-6% стартовал на Болгарию, да, 3 квалифицированных рекрута в команде. Юленька, от души желаю тебе
покорить все, можно так сказать, вершины задуманные. И увидимся в Болгарии. Идем дальше. Новый менеджер 9%, Алина Расулова. Вчера Алина у нас зашла в наш чат. С Алиночкой тоже знакома очень давно. Пришла в команду, терминировалась, прошло 2 года. У нас много таких историй на самом деле, да, когда люди уходят, приходят. Прошло 2 года, пришла в команду, но была неактивна. Ну, как потребитель, один заказик сделала, активировала кабинет, и все, да. А вчера звоню и рассказываю, говорю, ты знаешь, вот сегодня уже 9% у тебя, а такие-такие возможности, то-то, то-то, то-то. А, есть чат, есть команда под тобой, то есть активные люди. Вот Алина нашла меня в скайпе, зашла в чат, разместила вчера сразу же личный заказ на 150 баллов, то есть забрала объемную скидочку свою, умничка. Нужно брать все возможности, какие дает компания Oriflame, правильно? Зачем их упускать? И, конечно же, мы ждем, что Алина у нас тоже включится активно в работу. Вот, идем дальше. И вот это вообще моя самая любимая пара, долгожданный результат, Лена, но это не твой результат, я точно знаю, в директорской команде как минимум в этом году нужно быть. Поздравляю с души свою любимую Леночку Стрельчук. Немножко расскажу, откуда я ее нашла, как она к нам пришла в команду. Было размещено объявление на каком-то петербургском сайте работ, что требуется менеджер в интернет-магазин. И мне в скайп добавилась Лена, или, по-моему, мы созванивались, да, изначально. И мы пообщались, провела собеседование. Мне очень понравилась Лена сама по натуре, очень спокойная. Да, вот я эмоциональная, импульсивная, она очень спокойная, уравновешенная. С ней приятно общаться. Мы поговорили о работе, и Лена сразу как-то прониклась сутью бизнеса и начала активно сотрудничать. И вот сегодня, да, у нас уже уровень 12%. Леночка, умничка, я тебя поздравляю, тебя и твою семью, твоего супруга и троих прекрасных деток. Леночка многодетная мама у нас. Вот опять же, да, есть детки и школьники, есть детки, есть ребеночек и еще не ходит в школу, маленький. В общем, объявления тоже работают, ребят, приходят лидеры. Леночка всегда делает хороший личный товарооборот, в семью покупается wellness-продукция, потому что, Лен, напиши, почему пьете wellness, почему вам нравится. Вот, и я думаю, что вообще за wellness-ом будущее, и Лена, как представитель, да, этого направления, она его очень активно продвигает среди своих знакомых и вообще в команде. Самая-самая, да, Кристиночка, ты, кстати, тоже у нас 3%-ник, ты знаешь? Идем дальше. И еще одна, да, вау-новость. Дошли до вау-новостей. То есть у нас 2 таких активных человека по ветке, ну, можно сказать, в одной, да, спонсорской ветке, 2 самых таких активных человека, вот кто в этот каталог сделал такие максимальные большие результаты. Алена Черепанова, долгожданный, да, результат тоже. Но всему свое время. Мы плотно начали работать, да, мы поняли, как это делать. И сначала что-то не заладилось, сначала как-то все было непонятно, да, Алён, были сомнения, то ли пойти на холодный рынок каталоги раздавать. Уже столько всего, да, там было в голове. Я говорю, нет, Алёна, надо искать в онлайн, надо рекрутировать, надо. И в итоге, вот он новый результат. Обе девочки, и Лена Стрельчук, и Алёна, у нас участники турбороста. Поэтому не сдаем своих позиций, забираем премии, да, мы успели подхватить эту тему, да, в последней каталоге тогда. Вот, Аленка, я знаю, что ты давно у нас уже бриллиант, поэтому вперед, только вперед, 241 балл личный, село Лебедянка, 800 жителей в этом селе, Анжера Суджинск рядышком, да, видимо, город. Вот, все знают про Аленкин огород, я боюсь даже озвучить, сколько там гектаров или соток, я уж не знаю чего, но когда я глянула видео, меня просто вот, ну, осенило, да, что было бы со мной, если бы меня вытащили в этот огород, оттуда бы я уже не вернулась, это честно я вам говорю, я в свое время сбежала из станицы только по этой причине, что там есть какой-никакой огород, и это картошка, и морковка, и все меня ужасно угнетало. Вот Алена у нас, она трудоголик, она успевает огород,
она успевает с детьми, успевает строить бизнес и всегда, заметьте, всегда готова подменить на вебинарах, да, то есть она очень ответственная и пример для нас всех. Вот. Ну и следующие девочки, я буду уже здесь побыстрее рассказывать, девчонки у нас потребители, находятся выше Алены, получается, ее спонсоры, но потребители, да, которые вышли на новый уровень 15% и сделали 150 баллов. Ковтун Ирина, очень душевная девушка, мы общаемся, мы поддерживаем связь уже долгое время, с ней около 2 лет. Ирочка, поздравляю с результатом. Следующий, это Оля Бабьяк, одно время активно работала в нашей команде, потом, видимо, нашла работу другую, но вчера мы пообщались, Оля разместила заказ на 167 баллов, говорит, что работала в колл-центре, приобрела некий опыт, готова вернуться. Я говорю, Олечка, мы тебя ждем, говорю, осталось только вторую, как говорится, веточку организовать и выйти на золотого директора, да, можно так сказать. В общем, ждем Олю в команде. Следующий новый менеджер 15%, этого человека я очень люблю, живет она в городе Кропоткин, моя однокурсница Анечка Кугуева, тоже вышла благодаря команде, сделала 150, да, постараюсь, Сереж, постараюсь, 2 октября постараюсь, сделала 150 баллов, и хочу сказать, у нее есть вторая группа, ее сестра, которая вот-вот, мне уже пишет, что, Марин, я готова включиться в работу. То есть в свое время Аня подключила сестру, сестра некоторое время думала, сейчас готова. То есть вот они две группы формируются у Анечки, и дай бог, у нас все получится, все будет замечательно. Вот, ну и заключает наш парад успеха, моя дорогая, моя самая любимая, моя мамочка, сегодня скайп ей взломали, какие-то злоумышленники, разослали всем спам, ребят, с ее аккаунта. Если вы получали, то, ну, знаете, да, о том, что это не она делала. Вот, мамочку поздравляю, пока без отрыва, но результат. Люблю, целую, обожаю, будет отрыв, будет результат другой. В общем, ребят, что я вам хочу сказать? Что я вам хочу сказать, да? Мы начинаем период 13, и пусть эта цифра для кого-то несчастливая, для меня лично очень. В свое время в 13 число я сдала на 5 экзамен по химии, и много еще чего положительного случалось в этот день. И у нас каталог 13. Я думаю, он откроет сезон продаж и, можно сказать, и рекрутирование тоже, да, на самом деле сезон наступает у нас и даст нам новые результаты в команде. Вот. И я что хочу сказать, как напутствие, да, вот мы сегодня с Аленкой Черепановой вместе с Ладикой как выбирали, и нам встретилась такая фраза: «Я не мог дождаться успеха и пустился в путь без него», да. Как сегодня Сергей Гаглоев сказал, не надо ждать хороших времен, когда дети вырастут, когда пойдут в садик, когда будет комфортный стульчик у вас, да, и рабочее место. Садитесь на табуретку, кладите ноутбук на колени, начинайте работать, можно так сказать, да. Нет сегодня еще успеха, но пускайтесь в путь без него, начинайте, и успех не за горами. В общем, я желаю вам отличного старта. И еще раз от души поздравляю все ваши команды с результатами. Все, я выключаюсь. Всем пока-пока.